Так, приветствую вас, мои дорогие друзья. У нас вторая часть или вторая серия перебор 300 монет иностранщины. Итак, здесь у нас самое большое количество, которое попалось иностранных монет. Это у нас здесь монетки Франции. Их очень много было в данной. Первые монетки, которые мне здесь есть попались, это у нас 1 евроцент 99-го. И 2004 года. 99 это одна из самых первых монет, которые вошли во Францию, как вступили в силу евро. Вот они вот вышли. Стоимость их небольшая. 1 гривня. Следующие у нас монетки. Здесь у нас попалось 4 монетки по 5 сантимов разных периодов. Здесь у нас попало здесь период 75, 87, 86 и 91. Все монетки недорогие. Номинальная их стоимость от 2 до 3 гривен за одну штучку. То есть не номинальная, а каталожная цена данной монетки. Вот, следующие у нас, которые здесь есть, это у нас вот эти вот кучка. Вот по 10 сантимов годового у нас 64, 67, 70, 73, 77, 79, 87, 89, 91, 95 годов. Вот. То есть получается, что есть у меня есть 1 евроцент 91 года. То есть, получается, ходили и такие, и ходили евроценты. Вот. Республика Франции. Тоже никаких дорогих не попалось. Там, в принципе, их не есть очень дорогие. Вот. Если у нас, конечно, 91-й попал, вот, что без перевертыша, то есть аверс и реверс в одну сторону, то было в стоимость 26. А так она стоит всего лишь по каталогу почти 3 гривни. Как в основном все монетки практически стоят по 3 гривни. Вот следующее наше количество монет. Это по нас 20 копеек. Их стоимость тоже у нас небольшая. Редких у меня ничего не попалось. Вот, сейчас, секундочку. Это можно будет сказать, будет интересно тот, кто собирает по годовку. То есть здесь у нас есть 63, 67, 70, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86 и 88 года. То есть тоже их номинальная стоимость от 4 до 5 гривен. Каталожная их стоимость. Вот. Сейчас посмотрим, какая она себя, в принципе. Ничего тут такого нету. Монетки нередкие. Их очень много. Ну, кто собирает по годовку, я думаю, будет интересно. Можно будет заказать меня в группе в Фейсбуке. Вот. Все монетки эти будут. Так что можно будет заказать, кого интересует. Вот. Следующие наши монетки. Это у нас 1/2. Вот. Франка. Тоже редких годов мне не попалось. Здесь у нас 65-й, 70-й, 71-й, 72-й, 76-й и 86-е года. Ихняя стоимость всех до 5 гривен. Какого у нас? Вот. Так что сейчас посмотрим их общий вид. Чтобы было самые дорогие, которые я нашел. Это у нас 81-го года. Их 430 гривен. Вот. Это по каталогу. Ну, с 1/2, правда, есть больше редко монет, чем например, 5 сантимов, 10. 1/2 есть более редкие монетки, более дорогие. Так что ищите 83, 81, 80 вот года. Здесь у меня, в принципе, редких нету. Не попало при. Так, следующие наши монетки. Это у нас 1 франк.
Вот, годов 60-х, 61-х, 68-й, 73-й, 76-й и 77-й год. Монетки, в принципе, тоже не редкие. Редких годов не попалось. Есть только все до 6 гривен. Вот каталожные цены. То есть 60-й год у нас 4 гривня. 61-й у нас почти 6 гривен. 68-й чуть больше 4 гривня. 73-й у нас год почти 6 гривен. 76-й 4 гривня. И 77-й у нас год идет 5 гривен. Так что я же говорю, никаких редких годов здесь не попало. Увы. Вот, что был 82-й, была цена 235. Или 84-й, 518 было бы гривен. Таких нету. Ну вот и напоследок я ставил более интересные монетки. Вот, 2 франка. И здесь у меня попалась одна монетка 82-го года. Вот, чтобы попался 1 франк 82-го года, было 235 гривен. А так 2 франка 82-го года стоит недорого, стоит почти 9 гривен. Вот такая вот у нас монетка 2 франка. Вот, следующая у нас монетка, это у нас 10 франков. Вот такая вот красивая монетка, в принципе, мне нравится. Всякими такими делами. Так, надпись у нас здесь есть даже. Так, 79-й год. Стоимость монетки недорогая, совсем 6 гривен. Каталожная стоимость данной монетки. Они не есть редкие, часто попадаются. Ну и как бы самые вот такие вот интересные. Вот это вот, не, ну это напоследок оставим, давайте. Или давайте с ним начнем. Так, это у нас 5 сантимов 1922 года. Старый год. Вот такая вот монетка с дырочкой. Гурт у нас гладенький. Вот, все монетки у нас. Вот. Такая вот монетка, 5 сантимов, каталожная цена по этих 5 сантимов, где-то 26 гривен. Вот такая вот одна из, чтобы мне попалась, более такая интересненькая, более такая красивая. Кому интересно, ссылочка в описании на группу в Фейсбуке. Ну и, последние наши монетки, это вот 1 франк 34 года. Монетка в таком среднем состоянии. Ну и так ее почти 100 лет. Вот. Республика Франция. Вот. Материал алюминий, бронза. И вот у нас роги изобилия изображены. Каталожная цена тоже недорогая. 12 гривен. Ну и последняя монетка с этой. С нашей Франции, это 1 франк 46 года. Вот. Сейчас я посмотрю ее каталожную цену, что-то я запамятовал. Сейчас мы найдем ее. У нас материал, кстати, монетки у нас материал монетки алюминий. Вот 46-й, есть буква Б, это означает ее каталожную цену 6 гривен. Если было с буквой Б или без буквы Б, так же самое, чуть больше 6 гривен. Так что монетка недорогая. Вот, кому надо в коллекцию, может приобрести их у меня. Ну что ж, на этом будем заканчивать наш видосик. Всем спасибо за внимание, кто не подписался, подписываемся. Будет остальные серии разбора 300 иностранных монет. Всем пока, всем до свидания.